Всего на сессию Горсовета было вынесено 9 блоков проектов решений. Среди вопросов, рассматриваемых депутатами, было и несколько детальных планов территорий. Один из них – в границах улицы Левитана, 6-й станции Люздорской дороги, улицы Кастанди и 8-й линии 6-й станции Люздорской дороги не утвердили. Несмотря на то, что председатель земельной комиссии, представитель Умпартии Николай Крикливый постарался протащить вопрос вторично, депутаты его не поддержали. И в результате ДПТ в границах Левитана, 6-й станции Люздорской дороги, улицы Кастанди и 8-й линии 6-й станции Люздорской дороги так и не был принят. Зато депутаты утвердили детальные планы территории в границах улиц Кастанди, Шишкина и 3-го переулка Тимирязева. А также проголосовали за план в границах улиц Промышленной, Пестель, Испанской, Парковой. Практически единогласно поддержали депутаты проект создания на Шкодовой горе нового экстрим-парка.